Первая программа «Гражданство за инвестиции» появилась более 30 лет назад. И на сегодняшний день эта сфера превратилась в целую индустрию с оборотами в несколько миллиардов долларов. Теперь паспорт и вид на жительство стали товаром, который возможно купить за деньги. И более 58% жителей СНГ с капиталом выше 30 миллионов долларов уже оформили второе гражданство. И это только официальные данные. Какие страны предлагают гражданство и вид на жительство за инвестиции, и как выбрать самый подходящий вариант? Как стать совладельцем отеля «Кемпинский» или «Хаят» или других известных сетей, получать ежегодный доход и оформить гражданство для всей семьи? Посетите наш вебинар 14 июня в 19 часов по Москве, где вы узнаете самую важную и полную информацию о программе «Гражданство за инвестиции». Без воды, только конкретика. До встречи на вебинаре!